Как сложно всегда убрать со стеклянного стола разводы. Вот здесь вот прекрасно их видно, да? И вот сейчас я вам покажу, как это быстро сделать. У меня есть тряпка фирмы «Белый кот». Я не являюсь представителем этой компании, просто я пользуюсь этой продукцией. Вот. Она специально для стекол. То есть я могу ей протереть стол, и не останется ни одного развода, ни одной крошки. Я попрошу мужа подержать мне камеру. Так, ну вот, давайте теперь смотрим. Значит, тряпка просто смочена. И я беру вот так вот. Видите, протираю стол всего лишь один раз. Без дополнительных каких-то усилий. Все. Сейчас это все высохнет на столе. Не останется ни одного развода и ни одной крошечки. Так, давай возьму камеру. Так, вот надо с этой стороны снять, потому что здесь были пятна от пальцев. Вот с этой стороны иди снимай. Сейчас свет падает туда. Так, вот там они немного убрали. Я показываю, как исчезают пятна на столе. Так, стол абсолютно чистый, не осталось ни одного развода и ни одной пылинки. То есть тряпка прекрасно собирает пыль, и я ей пользуюсь уже лет 5.